Включаешь, выключаешь. Там всякие надо разбирать. Я думаю, сейчас увидит сосед мой. Какой сосед? Это мой молоток. Да. Вот, уважаемые друзья, зрители, что вы дарите своим женщинам? О, сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, но только все не впрок, и в сердце льстец всегда отыщет уголок. Здравствуйте, друзья! Ты что, хочешь сказать, что ты врун, что ли? Чего не здороваешься? Здравствуйте от имени Лены Степановны. Здравствуй. Всем здравствуй. Вот так. Ну. У нас сегодня второй день замечательного тепла. Вчера мы завели трактор. Завели, сделали дела, срубили, съездили елочку, да? Так что? В лесу его оставить не удалось. Привет, Степановна! Привет! Как жизнь молодая? Получится. Куда собралась? В лес. Повезу сейчас вот на тракторе одного мужика и оставлю там. Говорят, на Новый год надо мужиков менять. Вот, а так жалко вы это, так что может там кто-то вперед лесу. А к Новому году еще поезжу по лесу, может, кто-то другого мужика оставит. Ты голова, Степановна, голова. Давай. Да, в лесу его оставить не надо. Хватит. Я, кстати, там часть завел Инстаграм, и в Инстаграм выкладываю там маленькие иногда ролики, фотки. Ты один ролик все выложил? Нет, там два ролика. Сколько много. Вот, вот. Да, вот. 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 Это цепочки. Пойдем сейчас приделаем я это. Я тебе говорил, гвозди принеси. Сейчас принесу. Открываем дверочку. О, кстати, елка стоит, которую мы приготовили на Новый год для нас в клубе. В клубе елку будем наряжать стоять. Сейчас зашел, брал камеру и смотрю. Мой односельчанин бывший, Алексей Окунев, Леха, привет. Написал там комментарий, а я не ответил. Леха, я все вижу, я все отвечу, привет от тебя передам. И будет это все на канале. Ну, руки еще не дошли. Кому привет передать? Ну, привет, Алексей. Привет, Владимир Петрович. Ну, как жизнь молодая? Ничего, потихонечку как приехал. Как тебе родная деревня? Отлично, вообще отлично. Приехал вот на 3 часа хотя бы. Знаешь улицу-то? Или да, нет? Песчаная улица, центральная. Блин, наша улица конкретная, офигенная. А ты в детстве-то где жил-то? В детстве я жил, а вот буквально вот там за газелью где-то вот. Да. За газелью вон там. А последний момент, вот дом. Да. Вот этот дом. Вот этот дом жил. Заехал, поди воспоминания сразу. Да, вообще, Володь, если честно, до слез. Я же заплакал. Я вот приехал к тете. Да. Тетя Надя приехал. Я же заплакал. Мне 15 лет не было здесь. 15 лет не было. Ну где? Где на Руси жить хорошо? Я думаю, что лучше вот здесь. Здесь у нас леса такие классные, вообще офигенные. А где ты живешь в данный момент? В данный момент я живу в Сарамалиновка, Нижнемский район. Я думаю, сейчас увидит сосед мой. Тебе привет с Окунева. Как я обещал, я буду в Окунево. Вот моя улица. Вот мой дом последний. Олег Владимирович, это сосед твой. Да. Олег Владимирович. Как я обещал, я в Окунево. Владимир Петрович, вот здесь оператор. Ну, что тебе здесь еще показать? Ну, в принципе, ты здесь все видал. И наши, как бы, зрители, наши подписчики, Володь, твои подписчики, ой, ну, здесь добавить нечего.
как бы сам ты все здесь все уже показал. Я даже все как бы просмотрел. Даже ты на машине ездил специально по всем улицам. Даже съездил в юрт Бергамак. Даже не поленился. Все для вас, зрители. Все для вас. Володя у нас вообще офигенный такой блогер. Надеюсь, поставите лайк нашим. Да. Ну ладно, друзья. Вот так вот. Алексей Окунев. Да. Наш бывший местный житель. Да. Ну так. Все, подписывайтесь. Все. Всем, привет, Алексей. Всем пока-пока-пока. Всем пока. У нас коровы стоят. У нас коровы стоят в клетках. Вот в таких клетках. Здесь в свое время, когда скотины больше держали, было больше коров, было перегорожено. Ну, эти клетки. Сейчас это убрали, скотины меньше стали держать. Но коровы, они у нас открывают все это дело рогами. На проволоке, на застежках, на карабинчиках все было. Сейчас проволоки остались. Сейчас мы, короче, приделаем вот эту цепочку. Купили такие цепочки, ну, в любом строительном магазине. Такие красивые, новенькие на вид. Но сейчас вот приделаю это. Да? Прибьем. Елена Степановна прибьет, а я камеру подержу. Да, классно ты придумал. Так, давай. Так. Ну, не тяни, я положила ее, чтобы она не сетовалась. Ну, вот. Елена Степановна, у меня вообще мастер самоделкин. Ага, мастер. Вот. Я вот камеру держу, а она прибивает. Ну, да. Сейчас мы... Что мы? На, не, уже отпусти, на, держи. Давай. Гвозди. Вот гвозди я еще вот держу. Вот видите, гвозди держу. Гвозди держать, это тоже большого стоит. Да. Сейчас вот так раз, она загнет это все дело. А здесь будет такой простой карабинчик. Типа петельку сделаю из гвоздя. Так. Чё так? Молоток это тоже я и купил тогда. Это мой молоток. Да. Вот, уважаемые друзья, зрители, что вы дарите своим женщинам? Какие подарки дарите? Я не дарил молоток. Молоток я дарил. Перевязанный ленточкой, что ли? А я дарю инструмент. Тот, который, может быть, понадобится. Ну, плоскогубцы я сама купила себе, потому что я твои вечно найти не могла. Да, плоскогубцы она сама себе подарила, купила. Вот коровы тут стоят, одна, другая. У нас... Самую старшую загнали во двор, потому что она более, ну, больше, раньше должна всех отелиться, и живот большой, ну, и как-то тяжело на улице стоять. А эти чуть-чуть попозже. Вот петельку, видишь, сделала? Да, вот. Вот такая вот петелька. Вот будет цепочку так держать. И эти должны коровы чуть-чуть попозже. Ну, одна вот эта вот корова стоит, как показываю, она более, она средняя такая, а та помладше. И они, ну, тут есть такое понятие матриархата. И они друг друга, как это сказать, ну, старше, более старше всегда одерживает победу. Гоняют. Гоняют. Поэтому. Все. О, о. Вот так вот. Ну-ка, Лена Степановна, покажи. Что? Вот так вот теперь будет. Тут, по идее, колечко бы такое вставить пошире, а то... Ну, колечко... Ладно, так хорошо. Можно было цепочку чуть-чуть побольше взять. Ладно, давай. Зачем?
покрупнее, а это уже... Да, давай другую. Теперь следующее будет вот здесь тоже. Не надо. А как не надо? Ну, не надо при этом куда, при как. Ну, Елена Степановна делает под себя, потому что я со скотиной это так. Все, вот, друзья мои, у кого-то... Пусть давай, друзья кто-то мои. Кто-то со скотиной, ну, из мужчин там сам работает, а я... Говно-то ты возишь. Ну, я говно, а основное наблюдение, это, наблюдение, все это. Все. Если он надо еще давать. Все это работает, ложится на женские руки. Елена Степановна у меня все делает. Тебе скажу, ты зверк ты. И... Сколько скотины держать, это ее инициатива. Будет она две коровы держать, будем мы держать. А я так только сено заготовить, там что-то еще делать. А все основное у нас в хозяйстве дома, это вот она сама определяет, сколько ей, потому что она ходит за этим. Я типа бригадир определяю. Да. По-другому. Вот так вот я. Такой вот я подкаблучник. Ой, да. А это она такая вот у нас норовистая корова с этим, с характером. Она вот что захочет, то и будет творить. Что она захочет творить? Да что хочет. Губцы мне не нужны. Да, хорошо, давай. Забивай. Надо держать эти. Тут еще держать. Выключаешь. Там всякие надо разбирать, чтобы гвозди хорошо лежали. Скобы для степлера. Ты все подряд там. Даже ручки есть. Да. Вот. Все. Окей. Она вот, эта дверь, почему такая? Тут и быков держали, быки... Они все выламывали. Короче... И петли, и двери. Держали в свое время быков производителей, ну, когда-то это, и они... Просто неподложенные были, вдвоем они... Ну, ну, вот тут, как шибанут, вот, смотрите. А это каждый день. Я вот такая вот высота, они как шибанут через это, перепрыгнут, выломают все. Тут такие были монстры. Ну, а это вот через день снимали. А жеребца держали. Тут вон. Вылетали все жерди. А, ну да, это же ребенка же там вот. Ну. Вот эти прибитые верхние, зачем коровам? Когда кобыл держали, кобыл у нас тут. Это жеребенка, жеребец был маленький. Ну, да, да, да. Лен, на гвоздь. Ну все, надо еще цепочку покупать сюда и сюда. Сюда, да, 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 вот сюда точно надо. Здесь она открывает и туда уходит. Ну. Так, друзья, ролик будет называться, данный ролик, лайфхаки от Степановны. Лайфхаки от Степановны. Женщина с молотком. Не, лайфхаки лучше. Ну все, пойдем. Ну, слово-то какое-то нехорошее. Факи? Это ли ты это? Не в теме я. Ты не в теме. Все, пойдем, пойду монтировать.
сам домой. Все, друзья, на этом данный ролик заканчивается. Молоток отдали. Пишите комментарии свои, кто что думает.